как в фильме «Эдвард Руки-ножницы». Добрый день, мои дорогие книжечки. Как я говорил, у нас сегодня почтовый день. Пришла. А у меня тоже? У тебя тоже пришли по ссылочке. Это вы можете посмотреть на канале «Ателье Кутюр» Ирины Серебряной. У нее интересные вещички пришли. Пуговички всякие, колечки, дрын-дын-дын. Дрын-дын-дына не было. Дрын-дын-дын не пришел еще, да? Ну хорошо, к Новому году тебе подарочек. 29. Хорошо. А у нас пришла очередная посылка в наш музей букиниста Орск от Хохмача. Хохмача, можно так и сказать. Поэта, можно сказать, Барковца, можно его так иногда даже назвать. Обухова Ивана Николаевича, город Лиски, 13, Воронежская область. Которого было недавно день рождения. Да, вот недавно мы его поздравляем с прошедшим. Вот 12 декабря у него было совпадение некоторое. Вот у меня, по-моему, тоже там был какой-то, можно сказать, юбилей. Вот. Ну, давайте посмотрим, что у нас в посылке. Так, сейчас я постараюсь аккуратно, не как всегда. Так, это... Не помню, как эти посылки. Ага, вот так вот. Так. Так, вот это нам нужна штука? Нет. Я думаю, тоже квитанция как таковая у нас есть с адресом. Так, и вот здесь немножечко, чуть-чуть. Собачкам тоже интересно, что у нас тут есть. Как Ваня и обещал, он прислал нам... Ох! Сейчас, секунду. Это хозяйство. Да. Здесь бумажка. Давайте сначала посмотрим бумагу. Что пишет нам Иван? Журналы из коллекции моего покойного папы Обухова Николая Ивановича. Светлая ему память. Вот. Он нам прислал вот эти журналы, чтобы, так сказать, в хорошие руки, наши ручки. Вот, в принципе, журналы интересные. Большое спасибо, Ваня. Сейчас мы их попробуем открыть, не повредив. Так. Да, когда собаки лают, мне кажется, там упряжка у тебя. Решка. Мне кажется, они, лагерь. Нет, они тебя ждут там, в поездку. Ага, и сейчас вы в Северный полюс укатите. Ну, примерно, да. Лагеря. Что-то как-то такое. Так, это у нас журналы. Он нам уже присылал вот этот журнал «Охота». В принципе, мне понравился. Он прям подписка, да? Да, это он мне написал, что он подписывался на него, был такой заядлый охотник. Ну, вот это вот все журналы, ну, состояние разное, ничего страшного. Тем не менее, любителям охоты такие вещи. Даже про оружие. Вот, это у нас какая-то не совсем то, что нужно, я думаю. А вот это он говорил, вложил нам. Так, это у нас макулатурка. Тут интересно даже стихи. Там все. По-моему, Константин Самодуров написал, что там и о природе, там и у собачки, да. Ну, все, что связано с охотой. Охота же это не только, скажем так, бегать с... каким-нибудь там убийственным инструментом и валить направо и налево. То есть настоящие охотники, они, собственно говоря, любуются природой, по большому, так скажем, счету. Так, это еще у нас вложил он свой
диск с любимыми исполнительницами, я так предполагаю. Ты кого-нибудь знаешь? Какая-то женщина, Афинушка. Афинушку я уже знаю. Вот от Ивана узнал. Вот эту тетю Ольга Стельмах и маленькая я, ну, теперь узнаю. Вот. Век живи, век учись, во всяком случае. Так, это не туда. А вот это еще какой-то тоже диск, не знаю с чем, не подписанный. Ну, я думаю, Иван нам... Это от того, наверное. А, наверное, от того, но тут что здесь входит? Маленькая я. Наверное, вот это она. Вот, так, это у нас... Так, это немножко мусор. Летит журналы. Журналы нам все пригодятся. Я думаю, охота, 87-й. Они, как вы видите, по формату отличаются. Вот к концу перестройки уже был 89-й год. Меньше стали по формату, а здесь они уже нормального. Так, это я все разберу. Разложу по номерам. Так, это что еще? Охота в гербах городов. Это тоже охота. Так, это охота. Видно, у Ивана так они вот лежали. Давай мы их сейчас достанем и уберем в наш музей. Так, еще один вот такой вот. Это обложка, мы ее туда подберем. Так, это тут ничего, да? Да, это все упаковка и так далее. Большое спасибо, Иван. Пригодятся нам такие журналы. Возможно, даже кто-то из наших клиентов такой интересный будет охотник. Мы ему можем подарить. Как ты сказал, если в хорошие руки, я всегда тоже, если вот человек интересуется этими делами, вот всегда мы это... Но в крайнем случае это минимум останется в нашем музее букинистого общества. У нас, кстати, нет даже такого вот клуба охотничьего, есть, да? Есть, конечно. Где? Творчество, жизнь. Общество. А что, на кого тут охотиться? Ты чё, Ира? Нет, ну я знаю, там дядька у нас уток привозил постоянно. На утки, на волков, на медведей? Нет, я имею в виду как обучение, например. Обязательно клуба. В порядке. Когда ты приобретаешь оружие, ты проходишь минимум, это значит, с обращением оружия. Сдаешь экзамен. У горняка же, вот у Игоря есть ружье. Не буду говорить, какой. Нет, Тульский завод. Он что, обучался? Там экзамены на обращение с оружием. А что тебе обучаться? Ружье есть, иди охотиться. Там лицензии получаешь, там же есть, смотря на что. Ну, тут даже может быть психологическое, там убить животное, это тоже как убить что-то. Ну, это твои проблемы. Тут, мне кажется, можно крышу поехать. Ну, не знаю. Ну, почему-то мне так кажется. Это таракана, вот убей, попробуй сначала. Вот. То есть, нет, там есть, конечно, общество, но у нас в городе, я, честно говоря, не знаю, общество собаководов есть. Охотники нет, они, в принципе, вот... Сдают экзамен на, значит, там, оружие. Только как обращаться. Конечно, да. Но им читают текст безопасности и хранения. То есть в квартире должен там храниться в определенных там условиях. Например, там должен быть железный ящик, металлический ящик, вот так вот скажем. В каком виде там должно, там, патроны отдельно, там, например, этот ствол отдельно там. То есть это все прописано. И эти вещи проверяет участковый, приходит там раз в полгода. Это вот правило такого вот этого. Плюс там ты сдаешь, когда экзамен, а по охоте же тоже не круглый год можно охотиться, я так предполагаю, что есть там определенные сроки, там весенняя охота, там с такого-то числа по такое-то число, на кого? Там, например, на утку, на зайца, там, на такого-то. То есть, вот охотничий сезон, когда да, открывается. Да, по сезонам, да. Плюс, если тебе, там, например, на крупную какую-то дичь, ты берешь лицензию, там, на медведя, там, на лося, там, на каком-нибудь этого, там. Лицензия стоит, там, денег определенных, и можешь добыть ее, вот этого, как скажем, зверя, в определенный период. Не добыл, все, лицензия пропадает.
тоже. То есть там правила все очень, кстати, более-менее такие просто нормальные. Когда не сталкиваешься, ты не знаешь, что это такое. Ну, вот у Игоря я, он мне рассказывал, то есть как-то там ездили. Ну, в основном-то там это, так скажем, ну, без этого никуда. Особенности национальной охоты видели все. Более или менее каком-то рыбалка, охота, это все на этом. Но есть охотники, вон мне эти рассказывали, с Нижневартовска, ой, Нижневартовск, Нефтеюганск. Вот. Это сын, это мои знакомые хорошие. Они ездят вот там в эту, как это, лесотундра или что у них там, это тайга, там на две недели вот эти вот, все они там, эти инженеры, буровики вот эти все, там деньги у них есть, приезжают, говорит, я, говорит, на него смотрю, там, господи, завшивлен. Что они там живут в этом там, в этом, в тайге там, ну, определенная романтика есть. Это, в общем, интересно. Ну, охотятся, да. Не, мне вот интересно. Это как спорт считается? Ну, это спорт, конечно. Для меня, конечно, не очень все это интересно. Охотился бы ты, вот, например, на волка. Я как в мультике, вот, фотоохота. Это намного интереснее. Ну, Ира, еще там есть такой вариант, что и на тебя, возможно, будут охотиться. Я тебе могу рассказать. Все, я вспомнила одну историю. У нас была женщина, которая... Муж у нее умер. Они все поехали на охоту. Один мальчик так прицелился, что попал в этого мужчину. Ну, там в мужа. Очень часто и происходит. Что интересно, как бы он не целился в него, а почему-то вот пуля пролетела. Поэтому-то шальная. Они там это все, и когда, например, ставят на номера, там, ставят, например, в цепь, там, это вот техника безопасности. И все равно стреляют друг друга часто там. Они же опережают еще друг друга. Там, я первый стрелял. Там как, да, там азарт, там много людей погибает, конечно. Много людей, вот, особенно охотятся на уток самых простых. Они же ходят, например, вот так по болотам, по этим, и просто проваливаются. Потом весной, например, или когда там осенью, всплывают эти трупы, их находят. То есть охота это тоже достаточно такой экстремальный вид спорта. Я тебе про какую охоту-то говорил? Как медведи на солдат охотятся на Новой Земле. У нас же, когда я служил, то есть я уже эту историю рассказывал, то есть у нас есть... часть России, ракетных войск стратегического назначения. Там же бывший полигон, который уже не работает, но солдаты там есть. Вот раз в полгода ходит корабль, завозит продукты, увозит, привозит новое пополнение, увозит дембелей. И там отпускников и так далее. Вот там, на Новой Земле, медведи охотятся на солдат. Вот как мы рассказывали, говорит, там инструкция выдается, вот, увидел черную точку, успей беги, выстрелить, да. Успей. В принципе, бежать бесполезно. Ну да, он с медведь такой двигается 60 километров в час, весом до 1,5 тонн. То есть это вот пуля в лоб от него отскакивает. Очередь там поперек, в принципе, ему похрену. Если в сердце попал, ну, это если ну, тебе повезло. Шкура какая. А они, сволочи, у помойки там всегда ждут. Ну, люди выходить, мусор выкидывать, вот это да. То есть вот такие вещи, да, тут. Ну, тут тяжело, конечно. В общем, большое спасибо Ивану. Всем, кто хочет поучаствовать в нашем проекте «Музей букиниста Орск», в любом из наших проектов, карты подписчика, светлая горница, поэзия, что угодно. Кто хочет, может быть, по примеру Юрия и Дмитрия для нас делать видео, для нашего канала рассказывать вот интересные истории, пожалуйста, пишите, мы с вами с удовольствием поработаем. С вами был Букинист Орск.